Сейчас в ожидании, что вы будете делать дальше, да? Домой думаете? Хотим, домой. Наверное, домой. Да. Домой. Там вроде звонят дети. Понятно. Что, да. Вроде тихо. Скажите, нам важно знать, как тут питание, как медицинская все, консультация. Очень хорошо отлично, кормят. Все врач отлично. Сидит постоянно, работники. Таблетки дают. Очень убирают. Убирают каждое утро. Все очень хорошо, мы очень довольны. Спасибо вам большое. У вас есть какие-то специальные нужды, не знаю, пожелания? Спасибо. Пожелания какие-то? У нас нету, как говорится. Все нормально, все, спать ездят, кушать дают, тепло, светло, приняли очень хорошо. Спасибо большое, Вы очень большое. Вы думаете здесь оставаться на более долгое время? Нет. Ну, один сын звонит, что вроде тихо, другой говорит правду, что еще надо хоть несколько дней посидеть. Хорошо, вы знаете, что здесь есть социальные работники там внизу, что у нас есть трехразовое питание здесь, да, да. Есть медицинское обслуживание. Если есть какие-то специальные нужды или пожелания, скажите девочкам внизу, и мы спасибо устроим спасибо, все, что спасибо надо. Большое. Извините за беспокойство, крепкого здоровья. Научите.
книги. Сейчас они начнут учить. Мы стоим тут уже 2 часа, теперь они говорят, вот это вот. Владимир, голосовый, не знаете, как вы меня приглашаете, Владимир? Что делать? Школа. Да, сумма, да, сумма. Владислав, дайте нам работу. Так, ребят, кто свободен оттуда, все возлетайте. Давай, давай. Поехали, пацаны, поехали. Да. А второе произведение.